Я в магазин и покажу немножко новогодних товаров. Это у нас светящиеся собачки на улицу. Игрушки, шарики. Я все покажу. Шарики, шарики. Олени на улице. Там у нас елочки всякие разные. А, и тоже игрушки. Мама, давай я покажу. Доча, не отвлекай. Звезды на макушку. Ангелы. Это ангел. Это на улице тоже всякие подставки. Шапки, носки, куда складывают конфетки и подарочки. Шапки. Это юбка для елки. Юбка для елки это вот, чтобы не было видно ножек там всяких от елки, куда складывают подарочки. Стеклянный шар. Всякие домики. Всякие статуэтки. Дальше идем. Всякие наклейки на стены, на окна, мишура. Бантики. На двери, на подарки. Букетики рождественские. Всякие декор, венки. Это елочные игрушечки тоже маленькие. В виде игрушек. Вот мы сейчас возьмем таких мишек, потому что они недорого стоят. Ими можно и играться, и на елку. Да, Камиль? Да. Так скажем, это упаковка. Так, вон там, вон там, вон там кончается. И вон там, вон там, вон там кончается. Это бантики всякие на подарки. Здесь собачка есть. Угу. Это тоже на дверь. Там всякое такое украшение. Цветочки рождественские, вот венки рождественские. Угу. Веночки на дверь вешают. Это втыкают в землю, как конфетки эти. Всякие. Такой. Декор, картинки. Это всякие маленькие открыточки и упаковочки для подарочков. Колокольчики. Вот всякие открытки большие с конвертами. Это Рождество. Всякие статуэтки рождественские. Здесь есть петух. Вот это рождественские мишки. Вертка, пакетики новогодние, мультяшные. Вот новогодние пакетики, коробочки. Полочки, бантики, красивые. Так, я все уже давно накупила.
Так что мне это ничего не надо. Мы теперь мультяшные елочные игрушки. Я буду пока гулять. Так, для выпечки всякие уже пошли. Свечки рождественским запахом, елки, там всяких пирогов, корицы. Это мелкие подарочки рождественские. Это рождественская посуда, рождественские скатерти, рождественские салфеточки, рождественские кружечки. Такой мишка девочкам. Ну, вроде все. А пойдем еще туда. Так, там магазин. Так, сейчас туда пойдем. Вот еще светящийся только во двор. Вот еще. Ух, всего всякие гирлянды, всякие светилки. Сейчас, дочь. Вот. На улицу всякие ставить, светятся. Вон до потолка. Елочки. Ну, елочка тут еще маленький скалета. Выбор. Угу. Это маленький выбор считается. Вон тоже до потолка игрушки, всякие красота, всякие какие-то деревянные, с перышками. Такое есть. Угу. Металлические всякие. Бриллиантовые. На любой вкус. Камила, положи. Ну это вот это только рождественский, как сказать, маленький рождественский кусочек с магазина. Итак, каждый праздник у нас за 2 месяца вперед, на каждый праздник всякие украшения. Допустим, сейчас Рождество кончится, начнутся все с сердечков. Потом начнутся какие там праздники, допустим, Хэллоуин, все страшилища за 2 месяца вперед. Какие еще праздники бывают? День независимости, все в украшениях флагов, все в изображениях американских флагов. Короче, к праздникам все вперед продают. Вот.